Доброе утро, зрители моего канала. Так, у меня очередная сборка урожая. Сегодня 22 октября. Вчера, к сожалению, ничего не было, кроме поросенка в петле. Видимо, койот взял, зашел с одной стороны, взял поросенка и пошел через петлю. Петля сработала, поросенок остался, койота не было. Сегодня ночью я взял довольно большого койота, 17-м калибром. Разгружался на свинарнике, смотрю, по дороге идет, наверное, метров 80. Ну, взял его нормальным выстрелом в шею. Так, здесь, как вы видите, еще один друг попался. Пойдем посмотрим. О, хороший. Тоже этого года. Ой, блин, мокрый уже. Всю ночь дождик лил. Так что будет чем заняться сегодня. Надо шкуру снимать. С двух штук даже. Я не люблю я, когда они мокрые. Ну ничего. Это опять средний с этого года. Дома, который висит, он, похоже, уже двух-трехгодовалый. Уж потянет точно долларов на 120, я думаю. Ну, это средние, где-то так между 60 и 90. Ну, хорошо. День не зря прошел. Вроде бы все. Поменяю опять петли, правда. Завтра навряд ли в этом месте что-нибудь будет. Обычно они в одном и том же месте попадаются раз-два в неделю, а не больше. Ну ладно, всего хорошего. До свидания. Доброе утро. Сегодня 23 октября. Как всегда, проверка утром. Он, как вы видите, один друг попался. Это у меня первый койот, который у меня в капкан попался.